Лёш, спасибо, с Соловьём разобрались. Давай-ка теперь ферму. Окружайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы за телятками ходите? Да. Нравятся они вам? Нравятся, даже очень. Да. А у них имена у всех свои, да? Пока нет, это у коров. Ну, а вот вы как-то специально учились вот за телятами? Нет. Просто смотрели? Пришла к матери на работу, понравилось. Ну, и решила я попробовать. Получается. А давно замуж вышла? Нет. В феврале месяце. Еще она ко мне приходила летом, еще не замужняя была. Была. А детей еще? Нет. Вчера, да. А муж кто? Кто он? Ну, он солдатом здесь был в нашем гарнизоне. Остался здесь. Тоже втянули сюда, здесь работает со мной. Завлекла, да? Да, приходится. Ну, молодец. Остался солдат из-за нее. Откуда же он родом? С Липецка. Липецка, да. А сама здесь родилась? Здесь. Идите сюда, это Толя, позови их сюда. Ходи поближе. Ой, поближе. Идите познакомимся. Это колхозница. Я люблю колхозницу. Я сама колхозница. Чистокровная колхозница. Меркурьевна, сядь вот сюда, Меркурьевна, сядь вот сюда. Нет, не, некрасивая, я не буду такая. Да при чем? Мы же не фотографируем. Мы не фотографируем. Мы только что вы песню спели нам. Какую песню спели? Как любую, которую вам поешь, когда корову пасла. Вот дайте я вам какую спою. Я вам песенку спою про свою судьбу. Это старинная песня. Что это, я даже не слышу. Что ты, Маша, больно нездорова. Это красивая песня, жалостная. Да. Что ж ты, Маша, больно нездорова, или я тебе больно щечку дарить? Я ж думала, солнышко уходит, а жену милой по могилке ходит. Я ж думала, ташки распеваю, а поехали.
печка на колесе. Комедия «Лубок». Фрося, телятница-передовичка, мать пятерых детей. Василий, муж Фроси, тракторист. Председатель. Иван Иванович Заграй. Прапорщик. Зоя. Почтальонша. Кажется, все поехали дальше. Действие первое, картина первая. Деревенская улица, вся в яблоневом цвету, но пуст кругом. Две избы притулились к огромным дубам. Изба справа и изба слева. Из избы, что справа, выбегает Фрося и как заполошная мчится по улице. Убила! Убила! Ой, мамушки мои! Убила! Ну что ты блажишь? Так ведь убила! Кого? Ну кого, кого? Муж своего, Ваську Хлумнова! Дед ходил бы, поглядел, а? Может, еще живут? Некогда мне. А чего это ты делаешь? А ты не видишь? Паровоз. Для чего паровоз? Просто так, для души. Ты его чем? Половником. Каким? Ну каким? Обыкновенным. Я спрашиваю, деревянным, железным, каким? Да видишь, треснул! Вижу. Народные умельцы. Половника уже как следует сделать не могут. Очухается твой Васька, не очухается. Пусть подыхает, одним дармоедом меньше, на земле будет славный. Ну, тебе жалко, ну. С молодости, знаешь, как я был? Каким? Ласковым, как теленок, детей-то нажили. Вот детей бы ты пожалела, забыла, как с трактора свалился. Я забыла. Иду я, батюшки святые, трактор самоходом прет, прямо на меня. Уже чуть не задавил, уже не почуял, как свалился. Лежит в канаве, орёт, шапки прочь, в лесу поют дрозды. Ну, шапку в самом деле потерял, эту шапку, новую шапку, тут только уже купил. Не нашел? Да, нашел. Дрозды на гнездо уволокли. Ну вот, а ты убиваешься, радоваться надо, дурище. И заплачешь, когда чухаешь, кураж вонет. Из-за чего начали-то? Из-за печки. Динамит, говорит, подложу. Ну, сходи, какая-то, почему ты? А чего ты сама сидишь? Ты сходи, погляди, как он себя чувствует. Ты чего, не видишь, в каком он состоянии? Мне же нервы же никуда, я же еще раз стукну. Соловьиху заманывают.
ухажер, значит. Давай, давай, милок, заводи семью, детишек, детишек побольше. А то скоро и тебя изведут. Ты чего, дед? Они махонькие, их не поймаешь. Зачем их ловить-то? Сами улетят, как только загитинут вас, дураков, в деревню бросить. Они улетят. Что им тут делать? Сады порубят, речка обмелеет, улетят. Где безобразие нету. Ну как без Соловьёва-то? Он вчера сбегу, тогда на встречах с Садофонтом наплачет. А что ты плачешь? Жалко, говорит, Соловушек. Помру, кто их слушать будет? Ты не беспокойся, слушальщики найдутся. Слушать станет некого. А последствия похватятся, а их уж нету. Так что, родная моя, слушай. Про запас слушай, будешь потом внукам своим рассказывать, как красиво соловьи пели. Я гляжу, к тебе дети-то бегают, за уроки не засадишь. У тебя Юлька способная, ты за ней приглядывай. И теперь умелец как? Вроде ругательство, потому что из-под палки, не для души. Дед, а дед? Показать тебе нешточка? Никому не расскажешь? Тризорке расскажу. Третьего дня получила. От кого? Не знаю. Фамилия неразбор. Честно думала, Юльке уж хворостину схватила. Гляжу, Ефросинь Сидни. Ефросинь-то я. Ну, другой-то в деревне нету. Да, другой такой не только в деревне. Во всей округе. И родинка на шее, как у матери. А ты откуда знаешь? Это я так предположительно. Что он пишет? Да ну, читать даже стыдно. Как услышал я ваш голос, такой добрый, такой ласковый. Да у меня голову. Как сердце во мне будто заново народилось. Mm? А с ней ему что ли привиделось-то? С пьяну. Ну чё болтаешь с пьяну? С пьяну таких слов не напишешь. Сердце будто заново народилось. Основательно, видать, мужик пишет. Ну, что ему надо? Ничего мне от вас не надо. Только ответьте мне, и я буду знать, что вы есть, существуете. Постоянно. Ходите по земле, по которой я хожу. Смотрите на звезды, на которые я гляжу. Ты ответила? Ты что, рехнулся, что ли? У меня детей пятеро, Васька шестой. Ой, про Ваську-то забыли. Небось, там похолодел. Господи, да что тебе дался этот твой Васька? Ему такую жену на руках носить надо. Он еще крюзится. Этот, как его? Кто? Вот этот неразборчивый. Да ну тебя. Подшутил кто-нибудь? Его в помине-то нету. А ежели любовь? Ой, мамушки, ой, любовь, мамушки. Это у нас по телевизору только дают. Кармен. Законов всех она сильнее. А в жизни она чего бывает? Бывает. Бывает. Я вот тоже пришел к своей, говорю, ненаглядная моя, что мне сделать для тебя, чтобы ты каждый день меня вспоминала? Она говорит, уходи, не рви мне душу. Ну что, ты ушел? Ушел. Измучился, глядя, как она мучает. Строй под лавкой, муж коллег прибежит, бывал, ко мне за гумно. Тело тут, душа домой рвется. Измучилась, конец. Я говорю, ну нельзя-то, ну давай уедем отсюда. Она говорит, нет, ты уезжай. Люблю тебя, Степушка, моченьки моей нет, как люблю, я его жалею. Вот и ушел.
чудной сон сегодня видела. Иду, будто это я с мамкой, солнечную люльку искать. Ну, это куда солнце-то на ночь-то ложится? Иду. Вдруг вижу, мамки нету. Заблудилась. А лес-то кругом шумит. Вдруг слышу с неба голос, мамин голос. Как заблудишься в лесу, сядь, переобуйся. Села. Пока переобувалась, то вспомнила, в какой стране деревня-то. Иду дальше. Вдруг вижу оркестр. И знает она яривует. А впереди молоденький солдатик с трубой, с усами, Ванюшей звать. А вы для кого играете-то? Ну никогошеньки кругом-то. Для вас, я просил сегодня. Вашу честь. За что? Эх, в твою честь. Не только оркестру. Молиться надо. Ой. Сотворил же Господь Бог такую красоту. Он еще ремязьки свои выставляет тоже. Брось-ка! Мать твою в лепешку! Очухался! Милая ты моя, другой раз будешь бить, так уж бей железным, что ли, не прогадаешь. На палубу вышел, зазвонили, глаза у него помутило. А на миг увидала ослепительный свет. Упал. Упал. Больше сердце не билось. На миг увидал ослепительный свет. Упал, больше сердце не билось. Роська! Куры! Не кормлены! Корова не доена. Я тебя последний раз спрашиваю, кто я? Отвечай. Отвечай, когда тебя человек спрашивает, кто я. Артур. Ой, что это так? Это когда в таком состоянии заставляем себя Артуром звать. Это курорт. Да не то, не то, не то, Фрося. Хозяин я или так хахаль приблудный? Хозяин. А раз хозяин-то, то и уважать меня надо, и слушаться, и почитать как хозяина. Ставлю вопрос на голосование. Переезжаем в поселок или нет? Нет. Переезжаем в поселок или нет? Нет. Ну, в таком случае мне придется тебя покинуть. Как это не прискорбно мне, камнем ты висишь на моей молодой перспективной жизни. Я все сказал. Иди, иди. Перспективу. Знаем твою перспективу-то. Корову не доить, свиней не кормить, к сельмагу поближе. Ну не с тобой же мне здесь, на лавке сидеть. Ну разве ты можешь своим бабским, никудышным умишкам понять все возрастающие мои запросы? Черт тебе что болтает. Хоть бы сам понимал, слова-то какие произносят. Нахватался на стороне, ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну что, лысый хрыч, если на чужую жонку-то очки будешь пялить, я без очками глаз вырву. Понял? А пока рисуй. И хорошо рисуй. Мы на тебя протокол составим с двумя печатями. Грозен рак, да глаза сзади. Последний зуб выбью. Ну, ты знаешь, я тебя куда загоню? Куда Макар телят не гонял. Милок, спужал. Я побывал там, где телят Макара съели. Убью. Убью. Фроська, я навсегда удаляюсь. Слышишь? Я навсегда удаляюсь. Ну что же, и на тебя
двумя печатями. Я все сказал. Иди. Живи там с перспективой. А мы тут без перспектив. Зато в своей хате, на своей печке. Нет. Я не все сказал. Детей поделим пополам. Одного разрезать придется. Если Олька с Катькой тебе, то мне Верка и Гаврош. Нет. Верка и Гаврош тебе. А мне Олька с Катькой. Поменьше, чтобы не испортил их. А Оксанку-то куда же? Оксанку по миру пустим. Да. Придется тебе всех оставить. Под расписку. Я все сказал. И след их вдали пропадает. Напрасно старушка ведет сына домой. Ой. Ну чего ты, чего? Пропадет же, ну. Рубаху ж будет наизнанку носить. Хуже чемеря ты, бабья жалость. Он тебя с пятерьми бросает. Ты его жалеешь. А кто вас пожалеет-то, как не мы? Я слышу. Сейчас. О, а тут и еще человече. Откуда явился? Небо на парашюте спустился. Завтра бульдозеры подгоняем. Сносить будем деревню. Тебя куда? Зачем деревню сносить? Она сама по себе помрет. Зачем ее в яму ногой подталкивать? Не по-христиански. А ты что за указчик? Какое имеешь право? Так вы же я тут родился, когда тебе ямокопателей в помине не было. Так. А ну-ка, иди сюда. Не проси, Сильна. Не проси, Сильна. Ну что же это получается? Мне сказали, ты одна тут упорствуешь, а ты себе уже вон союзников подбираешь. Подожди. Ну зачем ты явился? Ну зачем ты явился? Зачем? Помирать. Хочу, чтобы кости в родной земле покоились. Так кладбище тоже будем сносить. Ну сносите. Вам ведь ни черта не жалко, что кладбище, что ну, и... Ну чего не жалко-то, ну, чего не жалко? Красоту такую губить, сады выкорчевывать, неужели не жалко? Ты полегче, полегче, я тебе что, пусть песком дождь, я тебе сам не пошел на клетку. На, на, сиди на моем месте, сиди, сиди и выполняй план, только не по яблокам выполняй, а по зерну. Ты напрасно кипятишься. Зерна тут не будет. Все знает он, все знает. Оракул нашел. Не будет! Загибаешь, дед, загибаешь! Загибаешь, только не туда загибаешь. Куда надо? Тут не знаю куда, дождей деться. Не знаю. Плывет картошка по воде. Плывет. А планы с каждым годом растут. А где мне ячей? Ну где мне ячей, скажи, а? А здесь хорошая земля, добрая. Веками унавоженная. Давай, сей, куда ты ее денешь? Ладно. Куда? Хватит. По перспективному плану смычка города и деревни. Иди сюда. Хорошая ты работница. Хорошая. Честная, работящая, ответственная. Но в плане идейности. Хромаем на одну ножку. А разобраться на обе. Ром? Ром, ром. Чучу. Ну какая сейчас у нас установка? Какая? Я тебя спрашиваю. Ну, какая? Ну какая? Какая? Все забудешь с вами. Все вылетит из головы напрочь. Как мать родную забудешь, зовут даже. Имя все, все забудешь. Всемирный подъем. Всемирный подъем.
всемерный подъем, слияние малых деревень в большие, механизация трудоемких работ. Переведу тебя на комплекс. Будешь сидеть, кнопки нажимать. Все. Телята ласку любит, а не кнопку. Какая ласка? Я же как стрядник, ты войдешь все хульбой ко мне, да? Кому бог потешь, кому между рабов попадешь. Че ты от этого тебе? Привесы прибавляешь? Да как же, ну траву-то охотнишь, чем? Какая ты? Да потопная, ходи передавай. Нет, ну что ты, это потоп? Да. Ты только цезарь моего бычка возьми, ну а мне вообще, вообще по шагам стоит, правильно? Тишка, хватит, тишка, хватит, я тебе сказал, тишка, хватит. Хватит, ты своим непонятным упорством мне всю картину культурной жизни села напрочь смазываешь. Напрочь смазываешь! Я ставлю вопрос ребром. Когда думаешь перебираться на центральную? Что? Что я не перебралась бы? Не понимаю, что... Печка у меня! Так ты что? Из-за какой-то печки? Не шуми, только не шуми. Знаешь, какая печка? Это в Москву на выставку только эту печку. Мама умирала, наказывала. Другой такой никто не сложит. На всем белом свете. Ай-яй-яй, ну так уж и никто. Никто. Это ж не просто печка-то. Печка-то на колесе, ну. О чем? На колесе, ну, куда хочу, туда поворачиваю, ну. А зачем это? Не зачем, для души. Мама так захотела, он ей так сделал. Кто? Кто любил. Бывало, выйдет на крыльцо, как загласит. Неужто душенька его не чует, до самой смерти ждала, а сейчас все... Ну ладно, я сказал, хватит, хватит. Давай, показывай мне эту свою печку на колесе. Картина вторая. Изба в росе. Посреди избы печь. У печки Василий, на печи черепки. Насчет перспективы, насчет камня на шее, как? Да ты мне на печень не дави. А, седьмая выходной сегодня. Да не твоего куриного ума дело. Гаврош, помоги. Я не Гаврош. А кто ты? Юля. Дочь твоя, не узнаешь уже? Узнаю. Хоть бы один наследник, а то ведь все черепки. Черепки, Фроська, черепки! Я тебе кого первый раз заказывал? Сынка белопрысенького. Кого ты преподнесла? Черепку, назло мне. Мог я тебя после этого любить? Мог. Заказал второго. И опять черепка. Простил? Простил. Потому что уж думал в третий-то раз. И опять черепка. Ну что смеешься-то? Что смеетесь, люди? Пятый раз. И черепка. Еще смеется у Борина. Фроська, Христом Богом прошу. Ну переедем в поселок. Ну недаром пословица говорится. На новом месте яви жених невесте. Может стронется, а? Хоть одного бы... Мы с ним бы на тракторе. Смеешься упорно, а куда мне глаза от народа девать? Бракодел! А я что, не старался, что ли? Ну говори! Что? Что ты показываешь? Будешь лук с редькой жрать? Что? Здесь-то, ну при чем лук? Да при том, при том. Ксенофонтовна говорила, что надо мужскую еду в пищу-то употреблять. Тогда и сынок появится. А ты все молоком, молоком пробавляешься. Ну, черт возьми, корову зарежу. Ну-ну,
Петрук. Корова ему виновата. Ему теперь корова виновата. Ты на себя-то погляди, корова ему виновата. Живы за мужики пошли. Вы же уже основную свою работу делать разрешился. Что ты мне плачешь, что у тебя там трактор гниет, и не тебя же на работу, я же балан. Что мне работа, когда жизнь не удалась? Я ж тебе объясняю, что рот мой мужской кончается. Ну все, солярка кончилась, мотор заглох. Нужно новый жизненный круг начинать. И начну, Фрося, и начну, давай. Все. Давай. Все. Угу. Не поминайте лихом, черепки. Все. И ты тоже, никудышная. Давай, давай. Оставайся со своей печкой на колесе. Угу. Эх ты, никудышная. Иди, ну ладно. Ну ладно. Буду я Гаврошем, только не уходи. Ну что, заела? Вон, мать, уговаривайте, чтоб братика вам родила. А я переносить не намерен. Просто не уговаривай, ухожу. Рубаху переодену, потом уходи. Ну и переодену. С места, я сказал. И с места. Сейчас. И с места. Я сказал. Ну-ка. Тише, не взбалтывай. Тихо. Так. Ну-ка. Так, ух ты, господи, вот она, а ну-ка, вот здесь вот, вот так вот, и сюда. Не так. Ах ты! Ах ты, забыл. Вот так, тихо, все знаю. Прошу читать наглядное пособие. График прихода в охоту тёлок по временам года. Правильно. Правильно. Чего, что? Чего? Чё? График прихода. Прихода, чё? Да. В охоту. В охоту, да. По временам года. Вот дают. У них кормов не хватает, они решили тёлок на охоту пускать. Эх ты! Хоть и передовая. Что ты не знаешь, какая бывает у тёлок охота? Не знаю, какая. Ну что ты меня позоришь-то, всё никудышное. О. Ты что, пятерых-то, да. Без охоты? Ой, без ты. Что? Ой, без ты, Женя, ну зон он мне. Что я тебе сказал? Ты что сделал? Я всю ночь делал. Стоять, я сказал. Я за тобой, между прочим, головушка-то забыл. О. Ух ты! А, почин нужно новый открыть. Открою! Молодец, Фроська! Правильно! Начальство надо давить. Интеллектом! Да, хорошо. Детишки, остаюсь я. Очень все. Хорошо, очень хорошо. Ефросинья Сидна. Ефросинья Сидоровна, я сказал. Фроська! Твою лепешку, ты! За тобой ведь, между прочим, я голубушка. Я за тобой, между прочим. Забыл. Ах, ты. А телят надо сдавать. Ты что? Они селедки, ты что? Тихо. Не на бойню, не обмирай. Подкормочный совхоз. А? Опять на бумажное мясо? О, центробрюх работает. Какое бумажное? Какое? Не бумажное. Ну? Мы сдаем, нам план зашитывают, а мяса нет. Они сдают, им опять зашитывают. Мясо опять нет, я говорю, бумажное. Что тебе? Больше всех нужно, что ли? Да пусть бумажное! Пусть бумажное! Куда ты мост свой суешь? Сядь. Между прочим, у моей жены законный выходной день. А?
Ешь, Фрося, ешь! Имеет она право на личную жизнь? Она имеет, между прочим. А ты свой трактор когда починишь? М? Когда запчастями обеспечите. Вот тогда забыл. Давай, Гаврош, снегопад! Снегопад, снегопад! Мы вас ждем! И быстро! Почта. Еще не успела. Еще. Вот. На, получай. И здесь ты мне, батюшки мои, вот тут распишешься. А чего это, Зой? Вызов на переговорный пункт. Зачем? Разговор будешь разговаривать. С кем? Ладно тебе! Со мной, знаешь, не хитри. Не надо было заманывать. Кого? Кого? А кто письмо прислал? Надо было сразу ответить, а ты не ответила. Я ответила, значит, заманываешь. Мужик он кто? Он репей. Прицепится, не отцепишь. Никуда не пойду. Да, вот этого делать не надо. Спросят, абонент где? Абонента нету. С нас премию долой. А без премии зарплата наша сама знаешь. Так что у ваш приди. Ой! Мужики пошли. Вот я бы, вот честно, ни с одним на одном поле бы не села. Фрось, почта, чего же молчишь-то? Давай, ознакомимся с периодикой. Снегопад, снегопад, огонек. Огонек, огонек, огоньки мне. Кроссворд-то кто разгадал? Господи. Что значит господи? Возьми резинку да сотри. Я тебе сотру сейчас. Январский. Ну и что? Какой был, такой взяла. Да. Просьба. Ты что молчишь-то? Ты чего молчишь, Фрось? Заговор против меня. Ну и я не лыком шит. Фроська. Эх, Фроська. Я ведь тоже гордость имею. Все. Ухожу. Решительно удаляюсь навсегда. Гаврош! Не уговаривай! Раз я свою основную работу не выполняю, все, ухожу. Тот, кто рожден был у моря, тот полюбил навсегда белые мачты на рейде, в дымке ночной города. Враг мне кубрик матросский, милое наше житье, самое синее в мире. Черное море мое, черное море мое. Вася! Артурик! А ну подожди к меня! Самое синее в мире, Черное море мое. Картина третья. Переговорный пункт. Будки у телефона Фрося. Алло.
мамушки мои, ну ничего не слыхать. Алло. Ну, ветер, ну что это все? Алло. Алло. Не, Лёка, ты еще не соединила. Ой, а кто это? Алло. А кто это? Алло. Говорит, соединяю. Алло. 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 Конец, окут, как... Алло. Телефон у вас барахлит здесь, слышно хорошо. Переводить? Как переводить? Чего переводить? Алло. Минуту. Да. Так, поняла. Минуту. Прощение просит за беспокойство. Сон плохой видел, не случилось ли чего? Алло. Спроси его, чего он от меня хочет-то? Алло. Минуту. Алло. Ничего не хочет, про здоровье спрашивает. Здоровая, здорова. И дети здоровые. Пятеро у меня детей, то передай там. Дальше пятеро. Что говорит? А я не знаю, а чего говорит-то? Может, яблок прислать? Минуту. Да, да. Говорит, вы ему нужны, а не яблоки. Ты спроси его, откуда он меня знает. Минуту. Да. Говорит, по радио слышал. Очень ласково про телядок рассказывала. По радио? Когда это? А, когда корреспондент из Москвы, что ли, приезжал? Так уж приветствием интересовался, да. А я что ему рассказала? Ты как моя Венерка-то у меня платок с головы-то слезала, на глаза-то себе, на рога себе надела и бегает. Похлеб, как шальная, так. Что говорит? Кому? Тому, кто с тобой разговаривает. Он с тобой разговаривает, да не со мной. Я спрошу, яблок прислать? Минуту. Да. Ничего ему говорить не надо. Он на полном государственном обеспечении. Заключение? Ну, так и зналось. Тогда сало вышлю, передай. Алло. В армии он, в армии. Прапорщик, не женат. Знаешь чего? Хватит разыгрывать, да, ведь поразыгрывали и будет. Ведь некогда мне с вами в гулочку-то гулять. Подожди с минуты за своей. Вы ему всколыхнули своим голосом. Захотелось сделать что-нибудь. Чего? Минуту. Алло, подожди с минуты. Спрашивает, можно ли ему приехать, будешь ли его ждать. Ты чего, очумела там, что ли? Алло. Какие ждать, ты чего? У меня детей пятеро, Васька шестой. Алло, какие же? Алло. Ой, подожди, подожди. Подожди, прорви мне это время, я заплачу тебя потом, подожди. Ты слушай меня внимательно, только чтоб ни в коем случае не приезжал. Ты слышишь меня, да? Вы чего, опозорить хотите на все? Слышишь, да, поняла меня? Алло, алло, подожди, 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 подожди. Алло, алло, алло. Ой, Полоса, какая она. Ну, это чего это делается-то? Прапорщик, а? Мамушки мои, куды бечь? Картина четвертая. Подворье деда Степочки. Молодец! Молодец, что приехал. Правильно сделал. Милый ты мой, ты даже сам не понимаешь, как ты хорошо сделал, что приехал. Баба никто, загадки вселенной. С ними надо поступать только по-мужски. Раз, два и навскочь. Я тоже пришел с войны, девок кругом как ужи вьются. Заневесились без мужиков, хоть любую сватай, а сердце молчит. И тут она глянула, засаднила, скобкой в душу влезла, никак не вылез. Ну что ты стоишь, садись! Эй! Да, ты это
не употребляешь? Как все по праздникам. Ну, по праздникам. По праздникам перекуры пьют, незапойный. Вот что хорошо. То ты так и держи. Это у нас со своим намучилась страсть, как каждый вечер в обнимку с бутылкой. Блондинка у них называется. Господи, ушел наконец! Слава тебе, Господи! Горюет! Да что ты, было почем горюет? Понял. Скажи ты мне, что это Ноня за мужик пошел? Бывало, баба за мужиком, как за каменной стеной. А теперь мужик бабе под юбку прячется, бабу корми и пои, одевай, стаканчик подносила. Она подносила? Нет, не подносила, потому он ушел. Понял. Теперь другая подносит. Это ты, они, садись. Сам откуда? В поезде меня нашли. Проводница выходит, а я в тамбуре лежу. Мокрый, я улыбаюсь. С тех пор люблю поезда. Люблю ездить. Все думаю, может, мать повстречаю. Как думаешь, узнаю я ее? Ты что, не женился до сих пор? Боюсь я женщин. Как черт-то боятся-то? Голоса у них как гудки паровозные. Я вот ее голос услышал с таким голосом. Не обмануть, не солгать нельзя. Больно ласково про телят своих рассказывала, как... По волосам гладил, рука добрая, нежная. Да, особливо с половником, да. Очень даже. Вот это они. Председатель, я его трахтелку знаю. А чё же он мимо-то? В районе одну оставил, а? Телефон услышал и чувствую не ее голос. Чувствую чужой, вот чувствую, случилось что-то. Потому и приехал, как думаешь, можно чувствовать на расстоянии? Да чёрт её знает, у меня собака была. Марсик ее звали. Я попал в аварию, только она за 200 верст от меня сама под машину кинула смертью смерть по просеке, как видишь, выкарабкал. Ну, скоро же она! Ну, солдат, держись, идиот. Воробей, я с тобой, все будет прекрасно. Так вот, дружка, милый. Господи, боже мой! Что ж ты? Устала? Ой, устала. Ой, устала. Ну, отдыхай. Ой, устала. Ты чего пешком-то? Почему тебя не взяли? Нет, не взяли. Меня не взяли. Нет, не взяли. Всю обедню ему испортил. Председатель аж посинел весь. Так, тебя только выпусти. Ага. Цедулю написали, подшин открыт. Да ну, шут с вами. Подшин так подшин, да? А как на трибуну-то вышла, мамушки мои, спят все. Да яркие телятницы, ну все женьки. Умаялись бедные, да? Ну я и толкнула им речь. Утише, горлопаны. А вы не видите, люди спят. А дайте им хоть на собрание-то выспаться-то. Кто там в президиуме? Рты на замок? О, поглядите на них. Им в шинках да в бархатах ходить, детей рожать, уму-разуму их учить. Они хряб гнут. Я женщина для любви создана-то. А вы им призывы. А кто-то про матриархат трепался. Кто трепался? Матриархат-то, говорю, наоборот выходит. Потому как бабы сеют, бабы жмут, мужики учет ведут. До чего дело дошло? Баб рожать разучили. Так, что же они? Ну, чего они? Сам как думаешь, чего они? Так, рассердились. Ты, говорит, про свою работу расскажи, а не распоряжайся, где не положено. Про работу, я говорю.
Работа, я говорю, моя там. И телята, я говорю, мои там. Не кормные, не пойные сидят. А я тут с вами прохлаждаюсь. Кто хочет мою работу взглянуть, милости прошу в хлев. А баба не вкалмела, дайте поспать. Предлагаю закрыть пышку. Ну и как? Послушались? Ага. В их список того выступающих. На каждого цидулька-то готова. Ну, ничего. Выступали опосля? Шепотом. Как с трибуны шепотом? С трибуны шепотом. Ты кого в СБ прячешь-то? Ну-ка угадай. Васька вернулся, а? Не-не-не, не угадал, не угадал. Думай. И Раська шумная на рыбалку приехала. Да не то все, не угадала. Ты думай. Да, пошла. Куда пошла? Сиди! Ой. Ты кого к себе приглашала? Я приглашала. Ну, по телефону. А дети у меня хорошие, послушные, небалованные. Гаврош, ну, то есть Юлька-то старшенькая, все по дому делает это. И курям сыпануть, и коров приглядеть. Олька с Катькой тоже стараются. Вера в учебу ударилась, да боюсь, как бы не тронулась. С Оксанкой горе, дурком растет. До 3 лет вообще ничего не говорила, ни папа, ни баба, молчит и все. Куда я только ее не возила, да, это по бабкам, по докторам, немая девка. А тут как раз молния. Она на печке-то сидела, в куклы играла, молния-то как полыхнет-то, гром-то как громыхнет, она брык с печкой-то свалилась, попкой ударилась, встала, попку почесала и говорит: сейте побольше овсов. Урожай нынче будет хороший. И правда. Какие овсы вымахали. Жалко, пропали. Убрать не успели. Ну, с тех пор молчит. Уже год как. Да что ж вы все про детей да про детей. Вы про себя расскажите. Ну, что про меня-то? Вот она вся я туточки. Хоть так ешь, хоть вместо соли на хлеб насыпай. А зла никому не желаю, хоть ты вор, хоть ты разбойник. Потому все равно человек. А в жизни не везет. Нет, вроде все так, да? Все наперекосяк. Кого-то, кто там сидит на небе, и все мои планы на свой аршин перемерять. Ты, Фроська, хочешь, так я тебе эдак. Ты хочешь в небо, я тебя об землю. Да так стукнись, аж, чтоб юшка из носу. А дети хорошие. Сейчас за ними сбегаю. Зачем? Ну как, познакомиться-ка. Так мы с вами еще не знакомы. Иван Иванович! За грань!
Танюш. А где ж усы-то? Сбрил. Какие усы? Я усов от труду не носил. А труба? А труба какая? Ты, я тебя во сне-то видела с трубой и с усами, но я и гляжу, что-то знакомое. Ой, чего я разболталась? Мама говорила, пришел тебе человек, накорми сперва, потом расспрашивает. Спасибо! Я сыт! Вы поезда любите? А чего их любить-то? Так-то. Пыль да копоть так-то. В больно сильно разъездились. А я так считаю, что вот каждый должен жить, где родился. Где тебя каждая травинка знает. Ты ее знаешь, она тебя знает. Друг друга-то не обидьте. Верно, я говорю, дядя Степочка? Хотя ты-то у нас путешественник. Ну, с голодухи научишься и баранки грызть. Ты гляди, я тебя растить привезла. Зачем? Ты взгляни, как о рубах. Это на смерть, что ли? О, на смерть. Ты взгляни, как о рубах. Взгляни только. А? Сто процентов все, да. Всем навезла. Ольке взяла надувашку, так? Верке взяла философский словарь, три тома взяла. Ну, я дефицит набрала. Себе чего привезла? Ой, мне это что? О, я все есть. Мне носить, приносить. Ох, какая была дурочка, тебе поверила. А милый чё, навалился на плечо. А я ничего, а я влюбила сгорячо. Ой, ну давай, Артур, говори. Давай, давай. Ну, Артур, ну давай. Вот, толкнула. Все. Ну, ты теперь говори, сама и говори. Все, а вот теперь не буду. Все, не люблю, когда меня толкают. Не любишь, когда говори. Ладнушки. Значит так, Фрося, зла на меня не держи. Я честная. Я хочу, чтобы у нас все было по-честному. Не нужен он тебе, скажи честно. Не нужен. Ну, не нужен. Я его себе беру. Потому как он неприкаянный, рубаху наизнанку носит. Ну, переодел я. Мужик он кто? Он тряпка. Ты об него ноги вытираешь, он тебе зато спасибочка. Только чтобы ноги были чистыми. Что, Вась, правильно говорю? Правильно. Не нужен, ты честно признайся. А мне он пригодится. Да, а что ж своего-то выгнала? Это которого, Вась? Которого? Вот этого. Гераську чумного. Гераську, Гераську. А что мне толку с того Гераськи? Я женщина, а у него одни мормышки на уме. А на чем он что? Он на поплавок плюет, он рыбак. Рыбак. Да, он удочки закидывает. Ладно, давай, Артур, давай. Чего столбом стоишь? Давай, доложи, что ко мне насовсем жить переходишь. Баньку вытплю, самогоночки выгоню, ничего, заживем. Давай, говори. Фрося! Жена моя, прости, виноват. Фрося, как я тебя любил, как 40 000 братьев. Каждый раз сынка заказывал, а то ведь одни ж черепки. Вот эта баба проклятущая. Ночевал я у нее. Зелье какого-то приворотного дала и сынка обещала. Фрося, прости. Фрося, прости, если можешь. Черопок, прощения и проси. Так. А сама, значит, чистенькая. Ладошкой прикрыла. Ну, а кто на почту-то бегал? Кто шуры-муры по телефону устраивал? Ну уж признавайся. С кем? С
через посредство трубки любезничала со мной. Еще вопросы есть? Вопросов? Нет. А я что? Ну, Фроська, мать твою в лепешку. Думал, бросил, никто не подымет. Вот человек свататься ко мне приехал. Что? А вы, товарищ, что? Того? А? Свататься? Если Евразий Сидоровна согласна... Что? Что? Заговор трех держав со всех сторон обложили. Ну и я не лыком шит. Я тоже гордость имею. Я на вас такой протокол составлю со всеми печатями. Ну, люди, смотрите, отца пятерых детей чести лишают, я этого так не оставлю. Ну, наверх, вы, товарищи, все по местам, последний парад наступает, врагу не сдается, наш гордый варяг. Пощады никто не желает! Вот он, что ты задумал? Что-то он задумал, просто... Вам лишь бы человека известь. Ну, ни стыда, ни совести. Эх, люди! Артур, меня подожди! Значит... Согласна, Евразий Сидоровна. Шустрый какой. Сперва детей моих полюби. Потом поглядим, из какого-то коленкова сделаем. Твой голос. Твой. Вот так бы закрыл глаза и плыл, и плыл, и плыл. Братюшка! Ванюша! Эх, жалко, усов нет. А я отпущу усы. Я трубу куплю. Я играть научусь. Я для тебя все сделаю. Ты только доверься мне. Мам, папка избу поджег. Горит, горит. Что ж ты, Ирод, делаешь? Черепки где? Черепки... Пожар тушу! О, как же печка!